Заехали мы к Денису в гости на пасеку. Привет, Денис. Привет, добро пожаловать. Мы к вас походим, можно? Как зовут вашу собачку? Шторм. Красавчик. Шторм. Шторм. Что у вас тут хорошего есть? Ну, пройдись, посмотри. Можно, да? Да. Короче, друзья, пройдемся без комментариев. Просто по пасеке Фадеева Дениса. Пчелки летают. Нуклеусы Дениса. Те, которые он производит, изготовляет. О, откуда Александр Пасечник на пасеке у Фадеева? Я не понял. Да, да. Что за встреча? А были люди, которые говорили, что у них даже пасеки нет. Да, где-то я тоже такое слышал. Не, пасека, пчелы есть. Пчелы есть. Облеты. Облеты. Ну, это, есть. Вот такие у него ульи. Это шестирамочники. Ну, не будем лазить по чужим. Ну, смотрю, что. Опа, клеточка. Сто пудов. Подсаживал какую-то племенную. Ух ты, какую! Лангаш. Есть у него бибоксы, оказывается. Бибокс. Бибокс, Финляндия. Бибокс. Ремни. Ага. Вот тут тоже летают клеточки. Там, где подсаживал. Ну, короче, у него везде тут. Вокруг всего дома. Нуки, вон, смотрю, и стоят. Пчелы, пчелы. Ну, пчелки, я вам скажу, спокойно. Я прошел, никто даже пока не прицепилась, ни одна пчелка. Ну, вот так ули у него стоят. Есть и попарно, и по четыре. Тут тоже пирамида целая. Не знаю, посмотрим или нет. Ага, пчелы есть. Будут. Ну, они вон летают, в принципе. Облеты идут он. Я смотрю, у него облеты. Давайте посмотрим, что это за. У него тут вот так даже. Ага. На два матка места. Ну, в принципе, вот так. Его нуки. Давайте заглянем, что у него тут творится. Опа. Четыре рамки. На четыре рамки пустил. Одно маткоместо. Не так, как я работаю с этими нуками. Смотрю, у него и 145-е, и 230-е. У каждого свой подход к этому делу. Зато пользуется вот разделительными решетками. Никот. Никот. Вот такие хорошие решетки. Ай. Ай. Пчелки летают. Ну, в принципе, мы заехали нежданно, без подготовки, так что все как есть вот на пасеке. Как лежит, так и лежит. Никто ничего кипиша не наводил. Два корпуса стоят. Ну, короче, друзья, вот так. Идем. Пчелы есть у Дениса. Пчелы есть, и в принципе, ну, нормально, нормально. Немало. Немало. Ульи не пустые. Есть. Есть, конечно, смотрю, некоторые пустые. Ну, так все с пчелками. Грушки. Грушки. Сорвем одну грушку, съедим. Не знаю. Вот такой у него участок. Хоть солнце плохо видно. Но вот встану в уголочек. А туда пчелы, туда и аж туда.
дальше можно пойти. Будем кушать грушку. Смотрите, использует вот такие штучки, зажимчики, клеточки, наверное, полоски, клеточки, перегородки, перегородки, внуки. Надо у него стырить одну. Кормушечка. Чай кто-то пьет на пасеке. А, это пустые. Это пустые стоят, подготовленные, покрашены. Это пустые. Это его, ну-ка. Ну, а здесь тоже нуки. Получается, нук на два матка места в разные стороны. Туда и сюда. Бочки. Вот так прям на земле стоят. Летают. Так, я не знаю. Ну, короче, вот такое хозяйство Фадеева Дениса. Полазим, пока он не видит. Не знаю, будет ругаться или нет. Хозяйство. Бедра. Кормушки. Ящики для пакетов. Это его нуклеусные. Нуклеусы. Где-то они там ходят. О, смотрите. Нуклеус на 145-ю ромку. Это такие нуклеусы. Корпуса, крыши. О, это мои пчелоудалители. Моего изготовления. Пчелоудалитель Vortex. Вот они в работе. Хорошие пчелоудалители. Я делал для Дениса. Пластиковая щина. Это у него пристройка. Весы несколько. Так. Посмотрим, что у него здесь. У него здесь тележка. Тележка, корпуса. Вау, склад. Классный склад. Днище. Днище, днище. Днище. Рамочки. Рамочки, запас хороший. Хороший запас. Это тоже на днище заготовки. Кормушки. Ну, в принципе, запасы. Это у нас что? Это у нас корпуса разделены на двое. Тоже заготовки. Это заготовки. Много заготовок. Ну и корпуса. Корпуса, корпуса. Корпуса 145, 230. Надставки. Короче, вот такие дела. Вот такие у него, это польские, по-моему, улей. Так. Нуклеус от киллера есть, киллер. Разные ящики. Апирусы. Воск.
Ну, в принципе, вот это такое хозяйство. Хозяйство, друзья, Дениса. Ну что, мы возвращаемся с нашей поездки в Киев. Были в гостях. Вот уже проезжаем Пирятин. Санька, водитель наш. Ну, мы меняемся, но он мне не доверяет, машина говорит. Сейчас поедешь. Говорит, ты не умеешь ездить. Говорит, так что, друзья, все классно, поездкой. Ну, я доволен. Саня, ты доволен поездкой? Впечатления двоякие. А ну, расскажите. Ну, честно скажу, ожидал на день пчеловода в Киеве увидеть выставку шикарную. Ну, обычно же там центр Украины, столица Украины, город Киев, центр пчеловодства, институт Прокоповича. Я считал, что там будет очень много народу. В итоге был немножко разочарован, потому как народу было очень и очень мало. Харьков это вообще несравнимо, потому как в Харькове это как реклама, ребята. Выставки проходят просто с бенефисом, понимаете? Ну, были другие, как говорится, приятные моменты. Это мы заезжали на некоторые пасеки. До Александра Ольшанского заезжали. И до Дениса Фадеева. Многое, конечно, не было снято на камеру. Хотелось бы эту камеру включить в тех местах, которых запрещалось. Но я вам скажу, я, конечно, в восторге. Я был приятно удивлен, как все поставлено на поток. Хотя человек занимается пчеловодством не так много лет. Отношение к пчеловодству совсем другое, чем, допустим, я ожидал. То есть подходы, ну, интересные, креативные. Знаете, как вот люди, которые изобретают какие-то, допустим, там идеи серьезные, они же подход креативный, они же мыслят по-другому. Так вот у Дениса такое мышление, он как-то все делает, ну, интересно. Бываешь, задумываешься, думаешь, о чем мне эта мысль раньше в голову не приходила. Ну, после того, как посетил его пасеку, еду сейчас в раздумьях, некоторые моменты я срисовал, что-то дома себе придумаю, ну, в общем, не зря, ребята, удовлетворен. Полностью удовлетворен по этой поездке, поэтому скрашивает тот, что ходили по Киеву гуляли, ходили, кофе вообще выпито много разного вкусного кофе, и столько всего. Да, мы пили только кофе. Да, по ночному Киеву ездили на площадь, на Майдан ездили, да? На Крещатик ездили, посетили улица, как это называлось? Университетск. Да. Институтская. Да, посетили улицу Институтскую, конечно, как бы вам сказать, печать. Такой, знаете, там атмосфера такая, прям на душе аж прям так тяжело. Фотографии. Кто знает, тот поймет. Погибших людей. Много иностранцев ходит, видно. Даже я вот так заметил, людей из России много приезжают. Ну, понятно, там рассказывают. В общем, кто не был, ребята из Украины, надо поехать посмотреть, просто прочувствовать все это дело. Вообще, все, люди живут, фонтаны работают, движение такое. Очень классно, ребят, нет, классно. Киев, да, да. День пчеловода прошел, да, нам да. Шикарно. Вот гости удались. Эти поездки, да, следующая поездка у нас с Ваней во Львов. Теперь мы едем к вам. Да, или как там, знаешь, да, это? Да, бухту Викинов едем, номера забронированы. Тоже покажем, может быть, какие-то материалы про Львов, встречу пчеловодов, форумчан, форум на тачку. Ребята, всем привет, увидимся. Вот, поэтому впечатление только классное. Что ты, Вань, добавишь? Да что добавить? Добавить я доволен. Я, в принципе, знал. Покажи дорогу. Дорогу. А что дорога? Дорога у нас хорошая. Речка. Такая везде была. Европейская. Без ям. Не, реально я доволен поездкой, потому что, ну, как бы ехал в гости к своим друзьям. Я просто доволен. Просто доволен. Да, ну так что на такой ноте будем прощаться. Как говорится, заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Это кому? Тебе или ко мне? Тебе, Катя, да. Впереди много чего интересного. Может быть, будет поездки за границу. Будем подсматривать у хороших пчеловодов интересные вещи. Есть там на примере у меня такая тема одна классная. В общем, покажем все вам. Может, кому чего пригодится. А может, и приедем к вам. Да. Зовите, приедем. Приглашайте нас в гости. Приглашайте, приедем, не с пустыми руками. Как это? А может, и с пустыми. Если приедем с пустыми, хотя то... Хотя мы сейчас едем, у нас полная машина загружена. Приехали с пустыми, уезжаем с полными. Да. Короче, Дениса Фадеева обокрали по полной, особенно я. Нет, меня обокрали. Он с чистой душой загрузил на машину, едем погруженные, поэтому...
Да. Все, друзья, с вами был Иван Фабро, Александр Пасечник. Крепкого здоровья всем. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. До новых встреч. Пока. Пока. Помаши пока. Пока. Пока, друзья.